На чествование рисовода в Атамане ждали самого президента, поэтому на холодный ветер не сетовали. На видном подворье анапчане жарили картошку и пирожки, грелись у печки и, конечно же, пели и танцевали. Не нагляделися мои глазеночки, на кого хотелося. Поскольку праздник был посвящен рису, угощали гостей блюдами из риса. Перец фаршированный, пирожки с рисом и яйцом, а главное – каши. На Кубани мы живем, каши вкусные жуем. Каша сладкая из риса, лучше всякого риса. С детства кашу кушать надо, она слаще шоколада. Ну а на празднике, как известно, весело тем, кто веселиться настроен. На подворье винодела с удовольствием шли гости из других регионов. Ростовский казак Николай продемонстрировал свои белоснежные шкарпетки. Такие вязаные носки на галоши выправляли и кубанские казаки. Замерзнуть не давали радушные хозяева подворья атмосферой доброжелательного гостеприимства. Как всегда, работники культуры заполнили весь день ярким действом. А потом на Майдане рисоводам вручали заслуженные награды.